Сегодня мы с вами заменим батарейку в метке от BMW и от конкретно ключа от BMW, BMW X1. Будем менять, значит, на батарейку CR2032. Заранее они у меня уже готовы. Ну что, давайте приходить к делу и попробуем все это быстренько сделать. Итак, у нас несколько минут. Первым мы меняем батарейку здесь. Ну, потому что, наверное, это самое сложное, самое, скажем так, трудное. Значит, первым делом нажимаем на кнопочку, которая находится у нас вот здесь. Вот. Нажимаем на нее и забираем вот такую вот штуку. Что-то мне кажется, что у нас здесь немножко узковато. Да нет, вроде все правильно. Итак, переворачиваем на другую сторону. И вот именно вот с этой стороны, да, вот здесь, ногтем просто чуть-чуть поддеваем. Открывается верхняя крышка, две штуки. Затем вот здесь есть паз небольшой, вот, в который мы и должны вдеть сам ключ. После этого, видите, с этой стороны уже чуть-чуть открылось. Мы продвигаем дальше и открываем. И немножечко рукой, наверное, с этой стороны нельзя, потому что здесь две скобки, две, как они называются, эти штуки. Как-то вот надо вот так вот открыть. Все, открыли. Делаю я это абсолютно первый раз. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вроде все нормально. И здесь я вот забыл один момент. Нужно взять какую-то штуку, чтобы выковырить отсюда. Но это должна быть какая-то штука типа... Но это не ноготь. Хотя хрен его знает. Может быть и ноготь. Сейчас посмотрим. Да, ногтем подходит, и можно ногтем вытянуть. Сейчас сделаем. Итак, ребят, я нашел карточку от МТС, ну вот эту микрокарту, и попробуем ею сейчас вытащить. Делаем раз, и карточку практически можно сломать. Вот она вытаскивается спокойно. То есть мы нажимаем непосредственно на батарейку и отодвигаем ее сюда с помощью карточки. Все. Значит, здесь стоит у нас от завода, ребят, CR2032. То есть точно такая же, ну вот она, точно такая же батарейка, которая нам и нужна. Значит, отсюда мы вытаскиваем, маркировка батарейки точно такая же, RC2032. Плюс у нас здесь наверху, но здесь ошибиться нельзя. Делаем все. Здесь в пазы она попадает. И точно таким же образом мы сначала закидываем вот эту часть, там, где есть вот эти два паза. И после этого вот так вот, значит, она должна зайти. Вернее, пазы должны зайти. И после этого уже все остальное делаем. Все. Окончательным движением сам механический ключ вставляем сюда. И, по идее, все у нас работает. Ну что ж, теперь переходим к второй части. Вторая часть еще проще. Значит, здесь есть специальный паз, где можно пальцем, ну, ноготочком подтянуть. Ой! Ой! Надо как-то так поаккуратнее делать, потому что у меня такие движения, мама дорогая, что я могу все тут разнести. Так, старую батарейку выкидываем. Она у нас тоже от Sony. Кстати, недавно, по-моему, сюда покупал батарейку. Ну да ладно, заменю сразу две. И точно так же вторую батарейку. Кстати, у меня батарейки от Toshiba, Япония. И точно так же аккуратненько сюда ставим. Я думаю, как-то так. Или так. Похоже, так. Ну и закрываем. Благо, чтобы проверить, правильно ли мы сделали, здесь есть мигающая такая штучка, а она не мигает. В общем, если мы выключим свет, то должно мигать. А оно не мигает. Ну что ж, давайте быстренько тогда переделаем назад. Только нужно немного. Ну, я так думал, что неправильно, но хотя, может быть, и правильно. Вот здесь находим этот рубец,
как бы поддеваем ногтем, опять же, аккуратненько, и вытаскиваем. Все должно быть аккуратно. И опять все через одно место. Что ж такое? В общем, с горем пополам как-то вот так вот я сделал. И теперь надо ее закрыть. Я так думаю, что все правильно я сделал, потому что здесь еще есть резиночка такая неприятная, в общем, которая вылетает из своих пазов. Я думаю, вот именно так и нужно сделать. Пробуем закрыть. Она закрылась практически везде. Все. И теперь я проверяю. Где эта штука? Вот она. Да. Вот теперь все верно. Теперь все верно. Если мы посмотрим, то мы видим мигающий огонек. Видите? Так, сейчас. Ну, в общем, огонек есть. Поэтому я думаю, что мы с этим совсем справились. Слава богу, все хорошо. Старые батарейки можно выкинуть, а с новыми... В путь, друзья. На этом все. Остаемся на линии. Если есть вопросы, задаем обязательно в комментарии. Всем удачи. Пока.